Приветствую, Сакадар Асма Дэйплей. Мы продолжаем играть Биошок. Часть первая. Так, нам надо собрать. Ага. Нам надо собрать. Еще один благо. Да. Все. Где ты? Все? Ладно. Так, нам осталось один только забрать пчелины и чего-то там. Да не надо. Не надо. 80, у меня 77. Не хватает, хотя очень хочется. А где тут воскрешение-то поближе-то есть? Ближайшее-то воскрешение где? Эх, это что? Отключение робота. Генный пак. Ну ладно. Так. Остается на времени. Это моя, а не твоя. Ты ничто. Конек. Я ухожу. Тебя взорваны все компоненты для препарата лазеря. Если да, то иди на батисферную станцию, а потом обратно в лабораторию Лэнгфорд и залей это ведьмино зелье в распрыскиватель. Оно поможет справиться с туманом. Иду. Куда ты делся? Тихо. Куда бы я ни делся, но мне не нужно сейчас. Мало. Вот, противопехотные патроны. Так сказано в Библии. Так. Эти его слабы, сила его велика. Мы отвернулись от себя. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Идти-то надо проверенными путями. Где вы? Мне чтобы сами не встречаться-то. Так, правильно иду? Я хоть куда иду-то? Куда мне надо-то? Так, я думаю, правильно иду, как-то без... Ни хрена не так. Пневмотруба. Это чё? А, хоть её, что ли, мать-то, я ещё попасть не могу. Загрузочные, разгрузочные лифты. Всё, сейчас в лабораторию. Да, она, конечно, путешествуется немножко так непонятно, немножко странно. Ага, я не настолько наивный, подождите. Ой, не то. Не сопротивляйся неизбежно. Скоро у тебя кончится кислород. Так. А потом ты просто заснешь.
прокачать. Вот так. Вот так. Ой. Да блин. Здорово. Ладно, подождите. Я на этот случай тоже есть. Это что за оно? Ага. Ну здравствуй. А девочек-то я всех спас. Скоро здесь снова будет рынок. Так, прогресс исследования. Так. И все. Еще давай. Будет. Блин, мне тут в бою-то некогда фотографировать. Хорошо. Все. Исследование бонус. Так, мутанты громилы уязвимы для противопехотных потом. Да, конечно. Как это приятно. Ага, трупы не делают. Все понятно. Живых подавай. Ладно. Блин, как я так залез-то? Что, бомба? Я думал, подобрать можно там что-то. А оказалось, вовсе нет. Подожди, а я тебя фотографировал, нет? Со мной не по пути, да? Так, 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 так. Ага, ага. Кто это? Сомневаешься в моих словах? Ну ладно, еще вернем. И... Блин. Прости меня, болезненный, конечно. Чего тут осталось? Опа. Давай. Так, картечь, револьверные патроны. Патроны для автомата. А что мне надо? Да, закрыть. Вроде все есть. Почти. Пленка. Так, сохраним-ка, потому что сейчас будет исследование. Так, 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 так. Так, так, так. Так, почувствуешь, кто-то дышит, что ли, здесь? Я посмотрел. Ты здесь ходишь? Турель.
ведь женщина хотела помочь вам всем. Спасти вас. Нет, нет, нет. О. И все, исследование опять. Исследуйте бонус. Так, урон увеличен. Ой, вот это-то нормально, вот тут. Слишком так. Давай. Слишком низкий, так. Ах. Что-то не понимаю. Все, да? Больше не будет. Ладно. Ух ты, а генный бак, вот сюда мне надо. Так, генный бак. Все. А, нет, это не тот. Это не тот. Да, я не мог вот здесь вот сделать. Так, лаборатория. Ну так-то запутаешься, вроде карта есть, но она такая немножко, как сказать, непонятная. Вот даже дальше, если сделать, отдалить, все равно. Не очень понятная карта. Вот кто здесь стоит? Разве это лучше? Следующий. Фу. Хорошо, что больше никого нет, да? Что вы делали тут с трупом? Эх, подожди. Это все потом. Маска какая-то. Записи. Стенной сейф. Это я вскрыл уже. Так, минутку. Где-то что-то, блин, как-то. Где? А мне поди вот сюда за пульты надо. Пробуем. Управление. Так, препарат лазера сделали. Автосломщик, бронебойные патроны. Взрывающийся картечь. Так. Ну, давай, что так. Закрыть. Судя по звукам этого универсального конвертера, ты, кажется, счастливый отец нового препарата Лазаря. А теперь опусти препарат в устройство, именуемое центральным туманообразователем. Будем делать газ. Хорошо. Только в туманопреобразователь. Где ты, туманопреобразователь? Дети должны нормально функционировать, чтобы производить атом. Я надеюсь, что мы доведем их до вегетативного состояния.
Да быстро все сделается. Смерть Жулии тебя ничему не научит. Может, этого окажется... Что там случилось? Райан знает, где ты. Блокировать дверь в лабораторию. Так что лучше отправляйся в лабораторию и запри дверь. Единственный способ не пустить внутрь непрошенных гостей. Где? Где? И бесполезно ничтожество! Так. Подожди, подожди, подожди. Есть же такое, чтобы папочка меня защищал. Давай. Бегу, бегу. Я послал тебе небольшой пакет пневмопочтой. Там немного, но каждая частичка важна. Ты запер дверь? Да. Хорошо. Это поможет нам выиграть время. Ну ничего. Прикончи, прикончи их! Это еще что-то есть? Убей паразита! Давай! Ну давай же! Блин, падла. Вот жалко, что сюда вот нельзя было. Давайте. Что ты копаешься? Подсохранимся. Папочку надо было натравить на них. Есть гребаный. Вот так. У меня что, денег тьма? Сейчас разбушу. Видите, что убегать, да? Черт возьми, так. Сколько же будет готовиться этот препарат? Не хочется побыстрее. Давай. Страшного. Сейчас я воскресну и разберусь с вами. Кто это? Куда ты? Вот так. Денег. Спокойно, да? Так. Ну еще вот такая вот штука есть. Давай. Пусть победит сильнейший. Боже мой, кровь! Кровь! Закройте дверь, быстрее! Ай-яй-яй.
тебя ползет, сорок! Не тормози. Крамилы Райана нянчиться с тобой не станут. Тихо. Спокойно. Передачитесь. Пожалуйста. Продолжайте. Не останавливайтесь. Тихо, тихо. Давайте, давайте. Перезарядив сразу. Никакой тебе бюрократии. Один лет, а нет. Бронебойный, нет, бронебойный мы не будем. Картечь, перезарядим. Добро пожаловать! Так. Взломаем. Так. Ой, нет. Ой, нет. Ага, в тупик. Это что за оно? Блин. Тихо вы. А если бы я знал, я бы по-другому сделал. Вот так вот. Нет, подождите. Сейчас перезапустим.
Сейчас. Сделаем маленько по-другому. Так, ну если не получится. Ой, не то. Где ты? Вот он. Так. Так, нам надо вызвать роботов. Так, так и вот так. Вот так вот есть. Автовзломщик бронированный, патроны. Мне не надо бронированные, это пехотные. Ген, менять. Нечего. Так. Так. Ты по мне, что ли, свидач? Опа, ваши враги усовершенствовали свою систему безопасности. Теперь вам нужно улучшать свои характеристики. Так, используйте эксперт безопасности. Два последних изобретения компании Супер. Вот так. Давай. Где? Даешь твою мать. Сохраняем. Девочек мы спасли. Денег у нас опять много. Его загасили. Блин, так-то жалко, хороший парень был. И начать. Надо вот эту вот так вот развернуть первоначально. Так. Где? Вот так. Потом вот так. Потом вот так. Вот так. Так. Я даже не знаю, как тут. Надо вот здесь вот прямую. Здесь надо тоже прямую. Потом загнутую вот так. Потом так. И вот так. Увеличу скорость. Вот так. Добро пожаловать на распродажу. Так, что это? Вкусная еда немного повысит уровень здоровья Евы. Даже не знаю, револьверные патроны. Возвращайся, так. Когда будут деньги, приятель. У меня деньги есть. Так. Ну вот так. Так, все. Добро пожаловать! Нет.
где-то. Я знаю, что вы тут передвигаете все. Так, где-то тут были куча трубков. Что-то коллектировать. Что я могу коллектировать? Ну, автозвонщик давай идет. Мало ли. Вдруг он мне потом поможет. Где-то тут и были тоже. Спокойно. Так, я победил всех. Вот такой я молодец. Бронебойный, ну-ка. Блин, тут только бронебойные у него. Револьверные. Бронебойные, револьверные. Противопехотных нет. 4. Ладно. Автомата пока не пользуемся. Ага, размечтались. Конечно, хорошо их тут пораскидал-то. Пойдем. Пойдемте, пройдемте. Никого нет? Да нет. Да. Закрой. Вот так. Револьверные. Так, у меня какие остались? Бронебойные, револьверные. Револьверные. Противопехотные тоже есть. Противопехотные пока будут. Давайте. И смотрим, как все расцветает. Отлично, парень. Дыши глубже и наслаждайся жизнью, а потом вперед на пологие холмы за батисферой. Следующая остановка — дом Райна. Пришло время крови. Хорошо. Ну что ж, нет, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!